Здравствуйте всем, привет всем. Сегодня приехал Женя в гости. Сегодня я ему хочу рассказать. Все время вот мне говорят, что это застав Руслана, жирного, толстого, свинью, это таскать мешки. Типа он дармоед. А наоборот, это с тех пор, как он занялся блогерством, он содержит даже две семьи, мою и братову. Считай, он моих денег не хватает даже на прожитье в этом доме. И все за счет Руслана, вся еда и все это создается. Даже вот те условия, которые он для меня создал. И купил планшет, и купил телевизор, и много чего приобрел для моей прекрасной жизни. Он изменил мою жизнь. За счет Руслана я могу знать всю страну, общаться со всей страной. И зачем я буду...